По-семейному тепло и с душой так встречают в Хлебнице своих покупателей всегда. Но в этот раз особый повод. Магазин-кофейня открыт после ремонта. И с первых минут работы аншлаг. Люди приходят и покушать, и пообедать, люди приходят и кофейку попить. Чаще всего у нас проходит это пирожное. Пирожное у нас большой ассортимент, и главное, что они вкусные, натуральные. Новый дизайн и современный интерьер привлек покупателя. Зал оформили в приятных светлых тонах. Добавились посадочные места и детский уголок. А еще личные фотографии на стене, которыми поделились сотрудники предприятия. Работая всю прошлую неделю в тестовом режиме, продавцы делают вывод. К ним чаще стали заглядывать молодые люди и семьи с детьми. Так стало светло, стильно, много воздуха и пространства, да, за счет смены интерьера, как будто здесь стало больше места. Ну, пирожные всякие любим, там трубочки, суфле вот уже поели. Сладости, торты, печенье разных видов, пончики, сырники, кулебяка, блины, картофельные оладьи, хот-доги. Перечислять можно долго. Выбор на любой вкус, но и это еще не все. В кофейне работает кухня собственного производства. Процесс не останавливается, заказы принимают один за другим. Вкусные ароматные булочки, слойки, лепешки. Также у нас покупатели смогут заказать пиццы в большом ассортименте и по доступным ценам. Все самое свежее можно купить в фирменных магазинах предприятия «Гродно Хлебпром». Один из них не так давно открыли после ремонта. Кстати, покупателям советуют попробовать ремесленный хлеб, который можно взять на развес. И добавляют, обновленная по соседству кофейня продолжает выдержанную концепцию. Причем для жителей и гостей города спешили сделать символичный сюрприз и открыть Хлебницу во Всемирный день хлеба. Всех посетителей на праздник ждала бесплатная дегустация последних новинок собственного производства. Мы можем даже пообещать, что каждое утро Хлебница будет нас встречать с большим ассортиментом кондитерских изделий, с ароматной выпечкой. Так как мы в этом объекте открыли отдел производства пиццы, поэтому тоже она будет встречать нас ароматным кофе, чаем. Пицца-пироги всегда будут к 8 часам ждать своего покупателя. Обновленный магазин-кофейня по адресу Пушкина, 27, ждет покупателей каждый день с 8 утра до 8 вечера. Добавим, в Гродно это уже четвертая Хлебница. В планах расширять не только географию, но и ассортимент. Елена Бережная, Андрей Шаповалов, новости Гродно+.